Кого там сорт Квенди? Вот даже молодой росток пошел расти. Вот он когда молодой, вот он такого цвета. Ага. То есть Квенли это, очень... это ремонтантный сорт, который требует, конечно, затенения, правильно? Затенение, чернозема обязательно. Чернозем, опять же, вот такой вот суглинок, если у вас глина, вряд это ли глина, он... Жесткая глина, сухая глина. Вот, вот вся ягода, вот она погорела, прям видно, все ягоды на кусту, вот она. Да, 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 да. Вот, от жары, от сильной. То есть обязательно затенение... Это сколько лет вот этому ряду? Это вот срезанное и заново подрощенное. Сколько лет? Лет посадка. Три года, да, посадка. Он мгновенно на второй год такой становится уже. Да, да, он такой, он уже. То есть сейчас взял, я вот, допустим, саженец, да, вот он. Следующий год. Ну, вот какой, такой, вот такой, да, саженец, да. Я там взял, да. Да. Или, там, вот так, ну, это зеленка, да. Зеленка, ну, вот, да. Сух, не окрепший, да. Да, окрепший. Я его обрезал, значит, там на 20 сантиметров. Нет, полностью надо. А, закопал и обрезал полностью под самую землю, да, правильно? Да. Высадил. В следующем году, да, я жду, там появляются весной побеги, и они уже, вот эти побеги, вот они, да, вот уже это дают урожай. Да. Квенли. Ну, ягоду показать не получается, потому что... Есть, а ну покажи. А вот, вот здесь. Ой, блин, какой кустик шикарный, подними его. Блять, да? Да, глянь. Ну, мороз уже был. Сейчас попробую пару ягодок. Квенли. Не отличается вкус. А ну попробуй. Угу. Ну да, вот сейчас моровилу пробовали. И это. Немножко другое. Она сладкая, но, не такой, как у моровилы. Вот что-то моровила, она... Её... Ну, не пойму, чем отличается. Чем отличается от моровила? Нет, если ее кормить хорошо, все будет хорошо. Вот. Но моровила, она более легкая. Она из всех сортов самая легкая. Квенли. Ой, да, квенли, да, правильно? Квенли. Я уже наела. С такой плантацией. Ну, вот более подробное видео по квенли, да? Я видел... Ягодная лаборатория у Виталика. Вон даже еще одна сохранилась, была внизу. Ее мороз не убил. Вон, значит, зеленая. Кто-кто? Это она под низом была, там мороз ее не убил. А, и вот ягодка, да? Да. Ну, что такая розовенькая. Когда переспеет, конечно, темнеет, да? Ну, не так сильно темнеет. Да. У поляков черноземья, она очень крупная и хорошая. Ну, опять же, это почва. Вот, смотри, Юр. Вот это же, это хлороз, это, да, вот, да, это из-за почвы, правильно? Из-за чего еще? Если, допустим, песчаник, как у меня, так она, я думаю, дай бог, там вымахает. Конечно, мы совсем другая у вас. И вот... Да вообще тут, я не знаю, камень просто, земля. А ты ее не поливаешь уже, правильно? Уже отключил. Но, пойдемте, здесь я вам скажу, что ошибку кое сделал. Вот я поговорил с поляками, и они посоветовали, рискни сделать два урожая. Что из этого вышло? Два урожая. Вот остались старые ветки. Да, да, да. И вот новые. В итоге эти старые ветки в июне дали мне небольшой урожай. Затенили молодняк весь, да? Они... дали небольшой урожай и стали болеть, потому что старые кусты. А-а-а. Молодой куст, когда лез в июне, он стал конкурировать старым, молодой, не давать друг другу развиваться они. И в итоге получилось, что здесь вот такого размера вышли они. Хотя и... он должен 2 метра вымахать. Да, и вот здесь, видите, маленькая... И ягод нету там. Мало, да, ягод. Сейчас пойдем туда, где одногодки. Вы увидите, там вот такие вот кусты. Угу. Вот, потому что нет конкуренции. Никогда, не надо ремонтант выращивать на два урожая. Никогда. То есть вот нужно отдельно летник и отдельно ремонтант. Называется не жадничать. Да. Не жадничать. Вот это правильно. Какой платит, блин, а я знаю еще, я оставляю у меня вот эти старые, думаю, ну на старых раннюю ягодку ж хочется получить. Ай, блин, блядь. Это вот, значит, всю жизнь живи, век учись. Ёлки-палки, а. Дал мне урожай, вот он был урожай, видите, на старых кустах. Он, да, дал урожай, но он утащил за собой молодняк, и молодняк мелкий, понимаете?
энергии не хватило. Слушай, малины сегодня объедимся. Почем килограмм сейчас малины? По 250 мне сдают. 200... Килограмм или лукошка? Килограмм. Килограмм. Ну, клубнику мы сейчас тоже по 250. Ну, у нас розница. Ну, это да. Сухо. Для опта. Ну, то нормально. А вот там, из-за того, что деревья и затенение, там лучше всего себе морозило. Пойдем, покажу. Именно затенение. Да, затенение тоже важно. Ну. Любой ягоде важно. Слушай, идешь, и все равно. Не, я просто хочу показать разницу между тем, где оставлялись побеги старые, да, и где не оставляли побеги старые. Сейчас покажу. Вот это такой объем ручками, да, обработки травы? Да, блин, руками тут просто. А если, знаешь, что, тяпки эти, мототяпки штиревские. Ей. Нет? Нет, только руками. Не, ну физилат можно этим, ой, говорю, узколистное можно фюзелатом. Или он действует на малину, гербицид? Вот здесь уже... здесь молодец. Без старых, да. Без того, видно, что он зеленее, что он мощнее. Вот, пойдем сюда. И урожай больше, наверное. Конечно. Ну вот, можно вот здесь пройтись по... А мапема? Мапема там у меня сейчас, мы уже выкопана она. Ага. Вот сразу видно, да? Так кусты себя лучше чувствуют, они выше, больше у них плодоносящая часть сама. Ну да, и видно, что латералы помощнее на них, конечно, побольше этих. Блин, сколько трудов, а? Тут в свой огород выйдешь, и это, и страшно. А тут, блин, тут его только обойти надо полдня. Всю плантацию, если. Да, есть такое. В день по тонне собираем, когда был сезон. В день по тонне. Малина. Вот это да. Каждый день по тонне. Без перерыва. В общем, ближе приближаемся к месту, тем она выше, потому что было затенение. И лучше себя чувствую. Да, глянь, кстати, от леса как бы прохлада идет прям. И тень, гля, она прям такие. Так она тут, она и позеленее, смотри, какая вот она. Роста никакой сразу, двухметровая. Да. Вот то есть затенение тоже важно. А это что с той стороны? Речка. Нет, направление. Восток, запад, юг. Запад. А, ну там... Значит, там солнце встает, получается. Да. И вот здесь она еще не умерла, даже видно зеленый пуст, да, она... потому что... Затенение и речка, влага. Да. Вот речка сразу. Все, вот видишь. Слышь, ну а затенить такой объем, ну это... Это, ну как, это реально, ну, наверное, экономически это нецелесообразно. Он будет рваться. А, рваться все будет. Будешь только целыми днями ее латать. Вот видите разница между когда речка и затенение? А затенение, глянь, кусты какие зелененькие, бодренькие. Потому что, во-первых, вода, она мороз... Ну, мороз идет там по долине, а здесь вода, она тепло, влага, она не дает морозу отталкивать его. Угу. Поэтому здесь могло быть 0 плюс 1, а там минус 2, 100 метров дальше. Ну, да. Есть, ну, поэтому она не убивается. Ну, экскурсия обалденная. Я таких объемов еще не видел. То есть, может, это выкопаем всю клубнику. Посмотреть. А, ну. Вот, сука, стволов. Угу. Это все было прошлого года посадка. Вон сколько, на метре, сколько тут? Штук 30, да, наверное. Все, я... И все теперь мощные стволы. Теперь я моровилу отличать буду 100%. Да, она специфична очень, да, ее видно. Она вот от тех, что мы прошли, она от всех отличается. От всех, да. Вот она, видно, у нее такой он фиолетовый, бордовый, вызывший. Она очень мощная. Да. Когда молодая, она именно вот такая мощная. Пойдем эндросадиру посмотрим. Эндросадиру нет.